Привет, я Ниагара, и это второй выпуск о смитах. Напоминаю вам, что это Sims 3 16 установленных дополнений, играем на райских островах. И хочу вам показать, каких успехов они смогли добиться. Как вы видите, у них новый, современный, более дорогой дом. На территории я построила загон для Пепси, хотя она предпочитает время проводить вне его, пастись где-нибудь поблизости. Еще у нас есть небольшой садик, в котором, как вы видите, орудуют зомби. Они пришли ночью и поедают тут у меня плоды творчества Дилана. Он занимается этим садом. Это ему нужно было для карьеры. Давайте сейчас пока более подробно покажу вам дом. Убираем стены, чтобы лучше было видно. Ой. Вот такой у нас красивый современный домик. Кухня. Мне очень нравится, как сделано камнем, выложены стены. Красиво. Из второй спальни я сделала комнату для животных, чтобы они здесь могли проводить свой досуг. Кушать, играть, спать. За Софией, кстати, уже машина скоро приедет, а Дилан очень хочет кушать. Отправим его пока завтракать оладьями, например. София скоро пойдет на работу. Чем бы ей заняться? У нее всего там буквально полчаса. Ну, не знаю, давайте с кем-нибудь поболтаем, может быть, пока. Сейчас позвоним персонажу. Займу ее пока, прежде чем что-нибудь рассказать, да, любому. У нее очень много знакомых. Так, вот такая спальня в синих цветах. Быстренько вам покажу камин. Современный, очень красивый камин. И еще я построила небольшой бассейн, чтобы открывался прекрасный вид из столовой. Приятно, чтобы было на него посмотреть. Так, ну вот пока мои симы заняты там делами, о них расскажу. Буквально на днях София у меня добилась мечты всей своей жизни. Она стала ведущей программы новостей. Для этого ей нужно было освоить писательство, обаяние и писать разные статьи и рецензии. Нужно было иметь много знакомых, знакомиться постоянно, заводить дружбу. И когда у вас уже дружеские отношения, можно было взять интервью, чтобы после этого написать небольшую статью. Вот так у нее развивалась карьера. Когда ваш сим отправляется на работу, можно выбрать, чем он там будет заниматься. Либо упорно работать, либо подлизываться к начальнику, например, и либо общаться с коллегами. Ну, пусть она у меня упорно работает. Далее, она у меня неплохая уже наездница, у нее дружеские отношения с Пепси. Она, в общем-то, ее хозяйка, чистит ей копыта, дает ей лакомство, скачет на ней там целыми днями. И, в общем, неплохо они общаются. Далее, что она у меня еще умеет... Ну, навык плавания у нее не сильно развит, где-то наполовину. Во время плавания она находит вот такие разные ракушки, которые можно либо дарить потом друзьям, либо продавать. У нее здесь два букета отделано. Также я развиваю отношения между ними. Но пока они только пара. Так, Дилан у нас что делает? Он покушал. Он хотел обнять Дика. Ну давай, где у нас Дик? Можем включить пока тут музыку. Дика давай он обнимет. Дика, по-моему, нужно искупать, если я не ошибаюсь, нет? Может с ним, в принципе, пойти пока прогуляться. Нет, он попахивает, надо его вымыть. Купать питомца. Вот. И Дик у меня дружит, ну вернее не дружит, а считает хозяином Дилана. Ну или дружит, да. Дилан в основном занимается Диком, обучил его разным командам. Да что такое? Почесать ему животик и выкупать его.
Вот. И он у меня стал создателем киборгов, добился мечты своей жизни. Для этого освоил садоводство, поэтому у меня там садик на территории. Механику, рыбную ловлю. Рыбную ловлю практически в совершенстве он освоил. У него в багаже богатый улов. Есть и ракушки, есть и овощи, которые он выращивал. Есть и разные виды рыб. Так, что еще он делает? Они у меня уже оба с Софией неплохо ныряют с аквалангом. Ну что, он вот так и не идет купать, что ли? Что такое-то? Выкупать дико же, ё-моё. Или он не хочет? Ну пойдем, что ли, погуляем, хотя и дождь. У меня здесь за это время прошли уже все времена года. Здесь и дождь поливал, и сугробы были огромные. Так что, как вы видите, у меня немного осталось симолеончиков. Я потратила практически все, что они заработали за это время. Но не купила им еще машину и не обновила им гардероб. Они пока в той одежде, в которой я их и создавала. Ну, этим мы займемся позже. Что я не понимаю вообще, что с этим диком происходит. Он не хочет ни купаться, ни гулять, ну его тогда в баню. Пойдем. А пойдемте поныряем, посмотрим, как красиво на дне океана. Пока София работает, чем-то же надо заниматься. Нырнет, пускай с аквалангом. Вот такие на данный момент у них успехи. София у меня такая общительная девушка. У нее одна звездочка известности. Не звездности, а известности. Чтобы ее заработать, пришлось мне выполнить задание для карьеры. Нужно было познакомиться с местной звездой, за которой я бегала по всему городку и выцепляла его как могла, пока София с ним не подружилась. Тем самым и увеличив свою карьеру, написав о нем статью, взяв у него интервью и заработала свою звездочку. Как заработала ее делом, я уже, честно говоря, и не помню. А что он такое сделал, что ему дали эту звездочку? Вот. Так что у них свои любимцы, Пепси, у Софии диком занимается. Диана Тайсон, он всеобщий любимец. Какой-то такой он у меня сам по себе, я бы сказала. Где он еще, не нырнул что ли? Также я им купила водный мотоцикл, который находится в багаже у Дилана. Как раз пока там дождь, можно здесь поплавать, тут еще кто-то плавает. Можно рыбку поймать. Что он там хочет? София написала умную, жесткую статью о школе, во всех бедах, которые обвиняется директор. Но буквально только что София получает доказательство того, что виноват не директор, а школьный инспектор. До отправки в печать осталось 5 минут. Что выберет София? Отправить статью в печать или отозвать ее? Ну, интересно, если я отправлю, меня, конечно, обвинят в том, что я написала неправду. А если я отзову, не выйдет статья. Даже не знаю, что выбрать. Ну, ладно, скандалимся. Директора школы уволили. Ну, София может наслаждаться деньгами, если совесть позволит. Да, накосячили мы, конечно, ну что делать. Пресса, она такая. Можно осмотреть, можно с русалками познакомиться. Но сильно долго тоже нырять с аквалангом нельзя. Это повлияет на самочувствие. Поговорить об акулах. Можно познакомиться с русалочкой. Поболтать о чем-нибудь с ней. Приветствовать ее. Можно также обследовать подводную пещеру, например. Тут рыбка еще плавает, тоже поймать можно. Так, София у нас вернулась с работы. Пусть пока он здесь плавает, мы займем чем-нибудь ее. Где ты у нас, дорогая? Молодец, вернулась с работы.
Иди пообщайся с Пепси, она тут целый день бегает, не знает тоже, чем заняться без тебя. Кататься не пойдем, потому что такой ливень. Ну и почешем ей шейку. Пока хватит. София мечтает улучшить навык верховой езды, но в более, я думаю, подходящую погоду. Поскольку она у нас устала с работы, может погреться у камина. И может быть написать что-нибудь. Продолжить писать книгу. Она у меня уже там пишет какую-то книгу, пусть продолжает. Она получает, кстати, гонорары за написание статей и книг. Это как дополнительный доход. Тоже очень хорошо. На мобилу отвечать не хочу. Погреется, вот как хорошо. А Дилан пусть возвращается домой. Промокла, да, так хорошо у каминчика обсохнуть. Давай, продолжай свой шедевр. Так, а Дилан, наверное, что он там хочет? Обрызгаться. Не надо ни с кем брызгаться, и лучше положи еды животным. Наполни миску. Ну и можно, наверное, ему позаниматься огородом, хотя такая погода. Ну что-нибудь полезное сделать. О, у Софии сломался компьютер, блин. Что ж такое? Может быть, поиграть с Тайсоном пока? Расчесать его, бедненького. Не хватает ему общения, поговорить с ним. Поиграть. Вернулся Дилан. Сейчас он у нас починит компьютер. Не будем вызывать мастера, тратить деньги. У нас же есть мужчина в доме. Все починит. Давай. Займись-ка этим. Что он там еще? Поймать рыбу каждого вида. Ну, не знаю. Макароны с сыром хочет покушать. Как, кстати, у тебя дела? Так, у Софии не хватает досуга. Играть в игры? Ну, пусть поиграет. Изучать устройство, играть в компьютерную игру. Гонки. Развлекись немного, конечно, не все же работать, правда? Так, макароны с сыром. Давайте посмотрим, может ли он их приготовить на обед. Конечно, может. Иди приготовь. Дик чего-то испугался. Не нравится ему, что ему музыка. Да что за непогода у нас сегодня весь день? Накануне, кстати, у них был хороший солнечный денек. Когда бьет молния, очень пугается Пепси. Сейчас она испугалась. Жуть. Можно ее пойти успокоить, по-моему. Успокоить, да. Ну, конечно, я бы тоже испугалась. Как хренанула эта молния. Пойдем успокоим ее, бедняжку. Успокоить Пепси. Как раз этим пошла заниматься. Все, не бойся, все окей. Поговорить с Диком. Что он делает в туалете? Пообщаемся с животными.
Ну и потом, конечно же, нужно уделить время друг другу после тяжелого трудового дня. Что он там делает? Все еще готовит? Приготовил, нет? Съесть. Иди покушай. Ты же мечтал об этом. Ну и пока Дилан кушает, София может, например, принять ванну. Приятная такая у них обстановка. Мне очень нравятся вот эти большие окна, большие витражи. Так приятно. Кажется, что много очень пространства, много воздуха. Здорово. За это, наверное, выбрала я этот дом. Убирай давай тарелочки. Может, он обе сразу прихватит? Нет, только одну взял. Помыл. Какой хозяйственный мужчина. Так, ну и, наверное, можно пообщаться уже друг с другом. Целый день вы не виделись. Романтично что-нибудь ему держать за руки, вот так, например. Дилан у нас романтик, дарит ей цветы. Так, что тут? Особое отношение, безнадежный романтик. Расцеловать сгоряча, например. Соскучился. А что там еще можно сделать? Шептать на ухо, заключить в объятия. Ну, какая милая парочка у нас. Гладить по щеке. Ну, на звезды не пойдем смотреть. Вот такая у нас нежная, милая парочка. Так, ну что, времени еще не так много. Пепси очень хочет пить. Пойдем-ка займемся ею. А почему у нее обезвоженный? У нее здесь полно вообще воды. Привязать ее надо сюда. Так, и чем занять Дилана? У Дилана гигиена. Иди-ка купайся. Хватит любезничать, София. Прими ванну. Не знаю, почему Пепси не пошла пить. Странная лошадь. Что она там делает? Ну, привязанность, хорошо, дадим ей лакомство какое-нибудь и привязать вот сюда. Хорошо, что Дику и Тайсону можно дома жить, пока здесь такой ливень. А вот Пепси мы не можем позвать домой. Пусть остается на улице. Что она там, не хочет с ней идти? Ну, не знаю, она как-то не жаждет, по-моему. София одна убежала. Нет, идет. Стой здесь и попей уже. Зачем себя так мучить? Привязала? Ну все, значит попьет. Я не знаю, правда, почему она не попила, потому что у меня свобода воли большая стоит у питомцев, чтобы они сами могли как-то о себе позаботиться. Поиграют, может быть, пока в компьютерные игры. Поэтому не знаю, почему Пепси не попила самостоятельно.
Ну что, питание у нее отвязалось. Так, питание немножечко перекусим перед сном. Ну, где он там? В гонке шпилит. Повышает свой досуг. А София так на улице промокла, что все еще с нее дождик капает. Мокрая насквозь. Она боится грозы еще. Не стала там у себя в загоне сидеть. Ну и ладно. Давайте немножечко промотаем, чтобы они все свои хозяйственные дела закончили. Где он? Пусть пойдет расслабиться, уже пора ему. Пепси так и уснула. Давай быстренько покушай. Так, покушай, ты пусть тоже здесь расслабится. Пора уже здесь на кухне прибраться. Ну, у нас времени уже 30:30, пора бы и спать. Пусть, я думаю, они займутся своими влюбленными делами. Ну, а я с вами пока попрощаюсь. Увидимся в новых выпусках. Пока-пока.